Янос, у которого находится камень, притворяется английским путешественником. Наших друзей беспокоит похищение Сурамы по приказу Теотокриса. Принцессу ведут прямо во дворец. Теотокрис находит вместо Сурамы своего слугу. Сурама, королева Асама. Благородный капитан, возьмите мой рис, если хотите, но пощадите мои дома, я умоляю вас. Если ты так вежливо просишь, старик, я исполню твою просьбу. Мы оставим все дома, старик, кроме твоего. Одного. Нет, пожалуйста, я прошу вас. Дом останется там, где стоит. Оставьте дедушку. Не трогайте его рис и оставьте деревню прямо сейчас. Капитан, что вы делаете? Остановитесь. Если вы сдадитесь, то мы пощадим вас. Захватите их! Убейте! У тебя нет выхода, капитан! Сегодня ты поплатишься за все свои преступления! Захватите их! Славится, друзья, солдаты вас больше не побеспокоят. Берите рис и идите по домам. Мы должны радоваться, молодой человек. Вы и ваши друзья разрушили нашу деревню. Благодаря вам наша деревня обречена. Вы пробудили гнев Синки, она прикажет, чтобы охранники обрекли нас на смерть. Тогда поднимите свое оружие, идите со мной. Мы настигнем тирана в его дворце. Нам нужны войны, ты понимаешь? Мятежники столько натворили здесь, в моем королевстве. Но благодаря вам они повержены. А? Ты молодец, ваше высочество. А? Ты найдешь их, разобьешь немедленно. Разруши деревни, отрави их водные пути, сожги их леса дотла. Ваше величество, они недостойны вашего гнева. Не расстраивайтесь из-за горки грязных бандитов. Они не навредят вам. Вы действительно так думаете? Да, силы их на исходе. Великолепно, Сурама все еще лидер мятежников. Замолчите. Лорд Тарлингтон исчез. Парень, возможно, ушел, чтобы предупредить ее. Это все слишком утомительно. Вы не собираетесь оскорблять здесь моего гостя? Ваше величество, мой слуга уехал до Ака. По очень важному делу он разрушает 41 ящик моего любимого шампанского. Должно быть, к сожалению, момент неожиданности был потерян. Это было для вас сюрприз. Вот, видишь, что ты наделал? Опять оставил меня в дураках. Что вы, бедняги, позвольте поразвлекать вас еще немного. Нет ничего лучше, чем хороший смех. Хорошая идея. Ну-ка, рассмешите меня. Давай, когда я говорю, рассмеши меня, значит, рассмеши. Но быстрее. Я не знаю, факир приезжает в гостиницу к вечеру уже, и владелец гостиницы спрашивает: слушай, а какую вы кровать бы хотели? Ржавую или новую? Вообще, это была самая худшая шутка, которую я слышал когда-либо. Ты вообще-то, мой друг, ничего не соображаешь в юморе. Давай-ка, выйди, у тебя нет чувства юмора, тем более моего. Я еще поквитаюсь с тобой. Да, здорово, я пошутил. Мастер, что ты узнал? Англичанин убедил Синхью посетить завтра наш город. Это поможет ему бежать. Да, в том случае, если вы будете не в состоянии разоблачить его. Я думаю, что у меня есть способ, как это сделать. Yes.
сожалею, Сурама, но если ваши люди не помогут нам, то мы никогда не свергнем Синхью. Ну что вы хотите от бедных крестьян? Каждый день они борются с жарой, дождем, засухой, градом. Вы не можете просить, чтобы они еще и противостояли врагу, моя королева. Вы знаете, кто я? Последний раз, когда я видел вас, вы были маленьким ребенком, но ваши глаза, они изменились. Они такие же, как у вашего отца, Махера, вы короля Сама. Моего отца? Я один из четырех его капитанов. Эти четыре капитана, четыре храбрых капитана Ассама могли бы пробудить этих людей на восстание. Да, этих четырех капитанов больше не существует. Вы знаете, где другие? Много лет мы жили как отшельники, каждый в своем небольшом углу. Идир, тиран вынуждает людей голодать. Что вы хотите от нас? Мы всего четыре беспомощных усталых старика. Как такое могло случиться с вами, Идир? Я помню, вы могли бы сбить 10 мужчин одним махом. Ваше Величество преувеличивает. Да, это было мое секретное оружие, но теперь используется только, чтобы поддержать мои колеблющиеся шаги. Простите и прощайте, моя несостоявшаяся королева. Эй, стой, старик! Не позволяйте ему бежать! Остановите этого мужчину! Бесполезного воина. Вы хотели убить меня? Нет, Индир, я только хотел разоблачить вас. Индир, теперь у вас есть выбор. Вы можете вернуться к себе в укрытие, а можете искупить вину перед короной. Выбирайте. Я в вашем распоряжении, ваше величество. Радуйтесь, граждане, султан приехал. Странные маленькие удочки выглядят очень живописными, ваше величество. Они так же опасны, как гнездо гадюк. Но уверен, что никто не собирается вам вредить. А, рынок. А, что вы делаете, лорд Дарлингтон? Я собираюсь купить что-нибудь экзотического. Но это правильно, ваше величество, сувенир, понимаете? Вот наш шанс. Кто украл мой кинжал? Вы не говорите так никому. Я только что вернул его. Это мой кинжал. Как прогулка? Знаете, что-то ничего не поразило. Ничто не радует глаз. Думаю, надо ехать домой. Да, быстро домой. Я смотрю, ты так же меток. Надоело это. Люди из деревни приносят мне украденную для меня пищу. Достаточно, я устал. Старина, ты так же меток, как и 100 лет назад. Отличный выстрел, лучший, который я когда-либо видел.
почему могущественный охотник Бархат просит пищи вместо того, чтобы найти ее самому. Мой трон занял шакал, но я верну его. Вы хотите проверить это оружие еще раз? Как вы добрались сюда? Ваша энергия не уменьшилась годами. Да. Жалко только, что эти мускулы используют другие, не во благо народа. Ваше высочество, я к вашим услугам. Всего лишь крошечная царапина, и он мертвая утка. Удачу, дьявол! Что я теперь придумаю? Яд! 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 Мастер, с вами все в порядке? Я придумал дьявольскую идею. Похититель лошадей. Это что такое? Кто говорит, что эта лошадь ваша собственность? Это верно. Он был бы полезным для людей. Но не говорите, что ты знаешь ее лично. Королева Англии. О, Вики. Фактически она моя кузина. Я думал пригласить ее во дворец. Аж я понимаю. Вы же понимаете, как это серьезно. Выпейте вина, это поднимет тонус. Не пейте это, ваше высочество. Я только что случайно проходил мимо и видел, как ваш Дарлингтон что-то туда подливал ваш вот винный кубок. Не пейте этого, это рискованно. Подождите, что-то в моем бокале. Ты такой смешной. Вот мы сейчас увидим. Вот, смотрите. Я нашел в ногах этого предателя. Вот. Смотрите, у него только что упало. Да это просто мусор какой-то. Какой мусор? Черт, да что такое? Арестуйте его! Ну хорошо, если вы думаете, что я представлю вас когда-нибудь моей кузине Вики после этого, то вы просто дурак. Хорошее избавление от плохого мусора. Я ничего не хочу об этом знать. Мы здесь в безопасности. Мы в безопасности здесь, и я здесь останусь. Да делайте, как вам угодно, но не забывайте, что ваша королева пойдет в наступление, с вами или без вас. Какая жалость, Лорд Дарлингтон. Да-да, так все хорошо начиналось. Я думал, вы никогда не скажете про это. Да, ты сволочь! Избавьтесь от него немедленно. Нет, подождите. Ты забываешь, кто здесь главный? А, давайте казните меня завтра на площади, перед людьми. Конечно. Нет, нет, давайте сейчас, сейчас убейте. Ты забыл здесь, кто здесь главный, это я. Я увижу завтра, как его обезглавят. Следите за ним хорошо всю ночь.
Я думал, что Фидан тоже прибудет. У него был шанс, но теперь мы должны уехать. Посмотри туда! Я привел лошадей и форму для вас, мои друзья. Не хотите ли опозорить нашу благородную королеву, будучи похож на нищих? Давайте, одевайтесь! Да слава Сурама и Асама! Оружие для слава Асама! Пришло время освободить трон для вашей королевы! Маленькая Сурама. У меня приятные воспоминания о детстве, проведенном вместе. Были только вы, я и все. И так и должно было быть. Сандакан! Это случилось тогда, когда я кормил моих крокодилов. Разве они должны голодать? Вы жаба! Ну, что вы говорите? Это такая ерунда. Какая же жаба? Вы можете ходить первыми. Ну, возьмите в руки оружие, Синдхе! Простите, это было так неожиданно.
Но я бы не сказал, что это все. Очень умно, но это не поможет. Это может продолжаться бесконечно. Ну что ты, это же шах. Шах, шах и мат. Как это приятно. Я здесь кое-что спрятал. Это пистолет, которым мой отец убил вашего. Это удивительно, как история повторяется. Синди! Люди Осама, и я благодарю моих воинов, и благодарю храброго молодого человека, силы и храбрость которого спасли вас. Определенно, я потерял свою голову из-за нее. Спасибо еще раз, Раджа Килтар. Ну, маленький брат, что ты решил? Я останусь, пожалуй, в Осаме. Я ведь нужен Сураме. Кажется, это взаимно. Хорошо, а мы-то едем или нет? Ну, это займет некоторое время, Киламури.